Так, ну что, я думаю, я начну. Приветствую всех. Это канал Правила Буравчика. Гимлет Роли на английском. Вот. В общем, сегодня я расскажу вам полностью про установку турбонаддува там на передний привод, на классику. Как бы разберем подробно различные моменты, там, нюансы. Как бы посмотрим, где что можно брать, покупать, как бы на что обратить внимание. То есть, ну давайте, в общем, я начну. То есть, как бы вообще, первым делом, конечно, вам нужно подумать, как бы основательно, нужно ли вообще вам это, да? То есть, для чего такой мотор, для чего такой автомобиль? То есть, ну... Как бы он очень большой расход, трудности в обслуживании, да. Ну вот я больше буду все-таки про классику говорить, но и про как бы передний привод, в принципе, это тоже все относится к любой, в принципе, машине. Да, ну вот, если в частности, как бы у меня только классика была, да, лично у меня, и ну вот самое простое, да, это зимой, например, отъезжает у вас стартер, и если у вас стоит улитка, это вы представляете, да, там демонтаж всего и вся, блин, там улитки, там, ну, это просто ад, на самом деле. Надо столько всего снять, то есть и так, в принципе, как бы на стоке можно обойтись без снятия, да, там, того же ресивера, вполне как бы можно поменять, там, ну, просто адски, там все узенько, места очень мало, но, как бы, тем не менее, можно, да, как бы все это сделать. То уже, если у вас стоит улитка, это вообще очень проблемно все сделать. То есть передний привод в этом плане с его как бы мотором расположенным поперек очень удобно, очень. То есть стартер, генератор, все прям как бы на виду. Ну и вообще как бы, то есть есть такое мнение, что зачем брать заведомо, да, слабый мотор, ну, даже у переднего привода 8-клапанный, да, или там 16-клапанный. То есть, когда можно взять, вернее, 16-клапанный, и там уже будет как бы больше, да, то есть больше мощи. Но как бы я вот считаю, что в принципе это более критично для атмосферного мотора, да, 8 клапанов и 16, чем для турбомотора, да. Ну там, конечно, есть разница, да. То есть, в принципе, но я вот считаю, что, ну, те же 0.3 бара можно докрутить, да, бус-контроллер, додуть эти 0.3 бара, и будет как 16-клапанник. Ну, в целом, конечно, вот, я знаю, что даже атмосфера 16-клапанная, да, она экономичнее получается. То есть, по сравнению с 8-клапанником. Ну, давайте, наверное, продолжим, да, то есть, первым делом вам, конечно, лучше почитать... статья, вот я помню, называется «Турбомотор у себя на кухне». Там, по-моему, автор Сандер. Не знаю, в общем, гуглите, найдете. Там, в принципе, все моменты описаны, да. То есть, как бы, основные, как бы, там все, в принципе, хорошо написано. Вот, ну, я сейчас вот, видите, у меня на картинке КМ-турбо, тут Kitmasters.ru. Это, в общем, турбокит на Chevy, на классику. Ну, там они... отличаются, по-моему, только даунпайпами, вот этими вот трубами. Так, сейчас, кстати, блин, у меня курсор, да, курсор захватывается, все отлично, значит, тогда я вам буду есть что показывать. Ну вот, собственно, да, рассмотрим его. По-моему, он там 40 тысяч стоит, может сейчас подороже. Как бы, ну вот, собственно, улитка, да, сама, вот эта маслоподача. Вот эти всякие медные шайбы, этот рестриктор, прокладка, вот. Вот смотрите, коллектор, да. То есть, как бы он чугунный. Я вам крайне рекомендую, да. То есть, снержеколлектор очень дорогой, и многие используют нержу, не фэншуйную, там какую-то пищевую. То есть она, ну, долго не ходит. Ну и нержа очень дорогая, да. То есть я вот искал, у кого как бы можно сделать. Я только. Наткнулся, мне понравилось, то есть у Виктора Суары, да, то есть, ну, у него очень дорого, очень. Ну, конечно, я не спорю, это там такая работа, наверное, и должна столько стоить.
То есть очень качественный вообще, то есть качество просто запредельное, да, то есть вот смотрите, кстати, Снержи коллектор, по-моему, это вот как раз Виктор Суар, он для Шеви Ниви, кажется, делал. Так, ну нет, это что-то другое. Ну, в общем, можете погуглить. То есть, как бы, если у вас, как бы, есть средства, то на Нержи я бы не скупился бы, у него бы взял. Там, ну, там в районе 40 рублей, по-моему, ценник озвучил. Ну, как бы, если мы бюджетный вариант, да, больше, наверное, будем рассматривать, то такой коллектор, по-моему, стоит пятак. То есть, как бы, почему я... Ну, как бы, ребята, вообще, многие варят черняги, и они везде продаются черняги, там, есть даже, типа, такого, да, паука, как бы. Но черняги, да, ну, вот почему, да, как бы, я против, в принципе, черняги. Ну, черняга, она чернягой, да, она все-таки ржавеет, там. То есть, что-то отвалится там у нее, локально какая-нибудь, попадет в улитку, и, в принципе, все, хана, крыльчатка там побьется. Как бы, ну, зачем вам это надо, да, в принципе, турбина там. Как бы такая недешевая эта запчасть, даже с учетом там того, что есть там хольсеты, да, там ставят. И можно там с Алиэкспресс заказать. Все равно, как бы, ну, недешево, да. Одна из самых дорогих частей получается. Тут вот имеет мнение, что вот брендовые турбины надо брать. То есть тот же Гарик, да, 17, он там 30, там 40 тысяч может стоить. Но я вот как бы сколько уже смотрю, да, Китай рулит, пацаны. Все как бы ездят на Китай. То есть, как бы, вообще никаких проблем с этим нет абсолютно. То есть, можете, короче, не очковать, брать. То есть, ну, проверено там, особенно вот, у меня там ссылки есть там в каком-то видео, там, под стримом. Там вот этот автошоп, короче, на Алиэкспресс, проверенный магаз. То есть, можно брать там хорошие улитки. То есть, как бы, я там видос смотрел с ихнего завода. Вообще там все технологично, отлично, там на чипу там это все пилится, и как бы качество очень высокое. То есть, ну, там вот на eBay тоже там ATP Turbo, по-моему, магазин, там CX Motorsport, вот эти магазинчики. То есть, как бы тоже можете там на eBay брать. Ну, я просто не знаю сейчас, как вот с пошлин, да, там добавили. И как бы дороговатенько. Может быть, проще холст какой-то взять в магазине, да, подобрать. Вот я знаю, ребята ставили Элкари, да, вот на драйве, Ильдар. Он ставил на десятку турбинку от бычка ТКР-6.1, которая с Вестгейтом. То есть, в принципе, можно ее поставить. Я все-таки вот рекомендую вам GT-17, да, на первое как бы время попробовать что-то такое вообще. Коллектор, вот опять же, мы остановимся. Вот когда я... Ну, вообще, это кит, конечно, да, но чтобы вот это закрутить, нужно докупать длинные шпильки. Здесь вот есть они, но я не знаю, как бы. Я вот сам кит собирал свой. Я брал... я сейчас точно не знаю, но я помню, что я брал черные такие каленые шпильки специально. Здесь пришлось еще дырки растачивать напильником, иначе вообще ничего не вставало. Так, и такой момент, вот тут распорки тоже нет, чтобы поддерживать коллектор, обязательно сделайте, короче. То есть, как бы, она, найду картинку, как она выглядит, то есть, она вам пригодится. Это, как бы, реально, вот, смотрите, кстати, из черняги коллектор, это, по-моему, Дексмуса, кажется, с ВАЗ ЕЕ. Вот, смотрите, какой у него коллектор, он просто взял флянцы, да, этот стоковый и там это, по-моему, ну, тоже Т-25, да, или Т-3, это я не знаю, вот я не помню, тут же картинка старая. Ну вот, в общем, вот видите, такая поддержка, как бы, ну, у нее она приварена. Где-то у меня был кронштейн такой красный. Сейчас я вам покажу. То есть, ну, сейчас все вот прям все такие нюансы разберем, да, то есть, как бы, я вот, так сказать, воочию, да, с этим столкнулся. Блин, конечно бы, если бы мне кто-то это все рассказал, вот так в видосе, я бы вообще просто бы большую бы благодарность свою выразил. Вот, смотрите, кстати, поддержка для коллектора. То есть, это трубка, поддерживающая ресивер, да? Вот, и она вот поддерживает, такая вот штучка, приварена, поддерживает. Вот, видите, как стоит ресивер.
да, то есть рога ресивера, и вот он ее как бы поддерживает. У кого-то я видел вариант, вот она сюда крепится, вот за болт ресивера, да, то есть вот как-то вот там она тоже так вот в таком положении. В принципе, да, как бы. Ну, опять же, да, то есть если вы будете ставить турбину больше, да, чем Гарик 17, вот у меня, например, была Т-25, Т-28, то там место вообще уже кот наплакал. Там, то есть, надо либо будет лонжером немножко сминать, да, то есть, как бы, либо, короче, Нива подушки ставить, кстати, да, Нива подушки ставьте, мотор поднимет немножко, места будет побольше. Так, ну и по выхлопу, да, то есть, как бы, в принципе, можно заморочиться, там, на 63-й выхлоп, там, люди делают и больше, я вот знаю, 70, там, даже миллиметров хлоп у кого-то есть. То есть, как бы, самое простое, конечно, приехать кому-нибудь, к тем же ТДМ-инженерику, например, или там, вы, может, знаете, там, у вас какие-то есть ребята, которые, вот, варят аргон с нержавый выхлоп, тоже не пожалейте денег. Как бы, если вы хотите, чтобы это все долго как бы ездило хорошо, лучше, конечно, делать с нержи. Потому что сделал один раз и забыл. Ну, пусть там даже стоит там в районе двадцатки. Как бы, ну, зато сделал и забыл, а никак там постоянно... Ну, в принципе, можно, знаете, сэкономить, сделать только даунпайп, да, даунпайп, да, вот как здесь с нержи. Чтобы он стыковался с этим... Да, кстати, коллектор сразу же убирайте, нафиг он вообще не нужен. То есть, как бы, ну, зачем вам эта затычка, да, собственно говоря. Ненужная абсолютно вещь, на мой взгляд. Так, это вот байпас. Можно, в принципе, опять же, брать Китай, да. Ну, вот я рекомендую взять какой-нибудь Bosch, там, Saudi, да. То есть, как бы, все-таки все равно, да. Кстати, есть варик взять от этого клапан рециркуляции, блин, выхлопных газов от Штайера, да. То есть он такой дешманский, вообще отлично работает, вообще вечный. Он Калюни Моторкрафт там всем его кладет в комплект. То есть в его китах там только такой. Так, ну по маслоподаче тоже, да, если как бы, ну не знаю, в нашей деревне не то есть, там контора гидравликой занимается, я вот на гидрач сделал у них шланги, вообще отличные, там такая резина, там как на тракторах, высокого давления и маслоподачу тоже. Сделайте как бы на маслослив, ну там кто-то говорит газовый этот нержавеющий шланг, да, но не рекомендую, да, опять же, как бы нафиг надо, лучше взять вот эти вот... печные фланцы, да, классические, вот, типа такого вот они так выглядят, и купить там полметра силиконовой трубки, да, то есть там в диаметре, ну вот смотрите, здесь что-то в комплекте есть, не знаю, силикон или резина, но в любом случае это лучше, чем газовый шланг, да, то есть там только смотрите, чтобы он не задевал за коллектор, за даунпайп, то есть как бы сгорит, ну и можно здесь какую-то термоизоляцию, если денег нет, можно вообще из фольги просто сделать с пищевой. Так, ну, собственно, как бы это по чисто по установке улитки. То есть вот все прикручиваете, там шпильки, все протягиваете, вот обязательно прокладки, да. Ищите порт номера, там, не знаю, какая у вас, может, улитка, там субаровская или вот Т-25 пляните. И заказывайте. Здесь вот эту прокладку желательно металлопакет взять, не паранит. То есть как бы. Ну, металлопакет он получше как бы живет. Ну и опять же вот эти все плоскости, да, у коллекторов. То есть если вы возьмете какой-нибудь турботеновский, сразу же говорю, там плоскость будет кривая. То есть ее надо выводить, иначе он просто будет сечь безбожно. Это как бы точно. То есть я видел, там ребята взяли, ну если сами будете варить, тоже сильно уводит. Надо как бы ГБЦ-хи прикручивать и варить, и пляниться. Там толщиной в сантиметр нужен, чтобы ничего не уводило. И то уводит, кстати. Ну, я видел, ребята на большом точильном камне вдвоем как бы вот так туда-сюда, туда-сюда вот так вот его двигали. Как бы, в принципе, вывели плоскость. Как бы бюджетно, сердито, но нормально. Так, ну, как бы, что вот, да, просто ставится коллектор, да. На него ставится турбина, здесь шпильки, все прикручивается, маслоподача. Прикручивается сначала ГБЦ, да,
Желательно, кстати, поставить фильтр на массовую подачу. Вот, кстати, по рестрикторам тоже. Вообще, как бы вот, да, картинка для шарика миллиметр, для втулки полтора. И это вот без рестриктора водная. Но вот насколько я знаю, сейчас в китайских турбинах во всех там свой как бы встроенный рестриктор. Можно в принципе насчет этого не особо заморачиваться. Обязательно, кстати, ставьте сюда медные шайбы, да. То есть как бы я помню брал от где тормозные трубки, да, на суппорта. Вот эти такие шайбы брал, они идеально подходят. Так. Ну что еще по пайпингу, да? Ну бюджетный как бы пайпинг, это из труб козельских, по-моему, выхлопа, да? Там если, ну это про 50 миллиметров речь. Кстати, вот по пайпингу, да, не заморачивайтесь, не надо там 60 миллиметров, ну реально места мало под капотом, очень-очень мало, то есть больше 50 даже не думайте. То есть как бы да, по визгейту, да, внешний визгейт, ну тоже я бы не стал брать, нафиг он нужен, места нет, посмотрите как все тесно, просто нереально там какой-то еще внешний визгейт, ну можно конечно сделать, но зачем это надо, собственно говоря. Вот смотрите, маслоподача, какая-то вообще злобный какой-то силиконовый шланг. Так, 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 вот здесь вот смотрите, у людей стоят 16 клапанным мотором. Что-нибудь найдем еще, посмотрим. Это, по-моему, максималиста с турбобазара. По-моему, лобби-турбо. Так, это шнива, да, охлаждение. Я вот ставил радиатор с шеи Нивы. По-моему, 63 мм downpipe, да? Вот видите, как он тут идет. Капецы как бы так проходит. Ну, там вообще, конечно, миллиметраж. Кстати, смотрите, интересный график. Вот GT1752, да, на 16 клапаннике, 1,3 бара. 224 силы, 285 ньютонов, да? Так, на каких оборотах? Сейчас глянем. Так, ну вот смотрите, да, это значит мощность справа, здесь момент, да, то есть момента аж он на 3000 пик и потом спадает, а мощность на 5500, да, ну то есть вот для стока идеально, да. Смотрите, тут Калина написано, не помню уж чья картиночка, по-моему модера какого-то с турбобазара, Теча там или не знаю, в общем не помню точно кого взял. Так, ну вот насчет интеркулера тоже, да, обязательно, то есть если вы там где-то думаете, там, что вы как-то обойдетесь, говорю сразу, не обойдетесь, то есть как бы улитка вообще любая, особенно такая мелкая, как GT7, она просто вообще жарит воздух, жестко вообще. То есть обязательно как бы интеркулер берите, можно Китай взять, можно какой-то оригинал там взять, ну вот мне опять же там, да, с пластиковыми бочинами мне просто не нравится, да, ну как-то хлипенько, да, выглядит. Ну, кстати, смотрите, фэншуйная лужа для него поршней, для по форме сгорания классической головки ГБЦ. То есть, как бы, если... Да, сейчас еще про недоход поговорим. Так, вот, кстати, это, по-моему... Да, по-моему, Саларовская шнива там. Так, это вот маслоподача, да? Смотрите, с рестриктором. Как бы, но она не обязательно может так вот выглядеть, да? То есть такая прям вся... Это может быть просто черный шланг, да, какой-то такой хороший. Вот, кстати, забор с ГБЦ. Ну, здесь, смотрите, здесь, в принципе, без фильтра, да? Как бы вообще желательно брать маслоподачу, ставить проставочку под маслофильтр, да? Вот этот сэндвич, так называемый. И уже туда вкручивать фильтр и брать, да, то есть как бы, вот я знаю, у ребят, если вдруг у вас что-то стуканет в моторе, то как бы там стружка, она вот отфильтранется и не попадет, и давляк как бы выше с проставки, чем вот с головки, то есть, ну не намного, конечно, но все равно, как бы чем выше будет давление, тем лучше для турбины-то.
Так. Ну вот, кстати, да. В принципе, все установлено. Ну вот тоже по кулерам, да. Как бы, если хотите вот такой волк в овечьей шкуре, да, то смотрите в сторону каких-то водных кулеров. Там есть такие небольшие, размером примерно как катализатор, да, газовый. И как бы вообще идеально можно взять там, подцепить его, бачок туда тосольный отдельно. Насос, помпу с газели. Можно как бы фирменную взять, какой-нибудь Bosch там, помпу подороже. Как бы газелевскую просто надо дорабатывать, ее там разобрать, надо герметиком промазать. Ну, в принципе, как бы, смотрите, в общем, сами. Газельская помпа, по-моему, 600 рублей стоит, а Bosch, по-моему, там 1,5 рубля. То есть, как бы, в принципе, разница небольшая, можно и немножко переплатить. Так, ну, там, по шлангам, да, по, если есть возможность, берите обязательно силикон, да, то есть, как бы, ну, вот по пайпингу, да, бюджетно, то есть, я уже говорил, газельский там выхлоп, пайпинг берется в вот этот силикон в камазовском магазине, да, там бывает даже метражом продается, да, там, то есть эти все трубы. Смотрите там по диаметрам, смотрите сразу, думайте, как вы будете цеплять байпас, блой-офф, там, что у вас будет, то есть как бы сразу думайте наперед, там по диаметрам смотрите. Я просто брал силиконовый патрубок такой прямой, вот с таким отводом, то есть он как бы. Сейчас покажу, может, фотографии вот жалко, не все у меня остались. Как бы, ну это не мои, конечно, большая часть фотографий. А их-то здесь вообще почти нет. Так. Ну вот, кстати, тоже, да, по вот блоку предохранителей, если как бы вы будете ставить вот вариант как. Вот типа у меня, да, на вот этот чугунный переходник, то его обязательно надо убирать в салон, то есть иначе не влазит. То есть вот я знаю, как бы кто-то там переносит их, кто-то ставит там какие-то волковские такие узенькие. Я не стал заморачиваться, просто бардачок, короче, вытащил и просто перенес туда. Отверстие вот это, которое осталось, как бы заглушил, там поставил такую резиночку для проводов. Вот смотрите, у Андрея Боткина. Ну и тут вообще, конечно, космос, да. Смотрите, какой у него коллектор, да. Такой вообще длинный. Вообще там, то есть. Это ресивер у него, да. Вот он, мне кажется, он один из первых такие сделал. Тут у него две рампы. Ну вот просто космос, да. Если интересно, на ВАЗ-ЕЕ там поищите. Как-то РХО Драгстер, там что-то такое название. Конечно, вообще там человек вот для своего времени, да, 2000 какого-то там года, он просто первопроходец, да. Вот, ну, там, конечно, у него наставники, да, там Лавр, там, да, вот этот с ВАЗ-ЕЕ. Вообще, блин, такие люди, они просто гении, да. Как бы во всем этом, посмотрите, вот какой коллектор, да. Ну, пусть он с черняги, да, но это все равно просто какое-то искусство, да. А улитка тут у него вообще атас там. Это, по-моему, Т-70, что ли, или Т-72. Ну, жесть, короче, просто жесть, да. Это вот, смотрите, кстати, 42-й Гарри, по-моему, Никита, это кто, интересно? Да, Никитос Рус с Трубобазара тоже, да. Вообще жесть, смотрите, жесть. Вот, да, кстати, смотрите, классика, 1,5 литра, ГТ-28, Китай, Волнива, горячка 64. Так, вот смотрите. Это воздух, да? Так, это оборот. Вот смотрите, короче, примерно, да, надо делить где-то на 3. То есть, вот 50 делим на 3, получаем там 215, да? Вот 215 лошадей, да? Смотрите, то есть, по воздуху считается примерно лошадиные силы в моторе, да. Ну, то есть, как бы, если на стенд загнать, то там будет поменьше, то что потери в трансмиссии, там, процент, там, я не знаю, сколько, 20, наверное, там, может, в районе того. А по моменту, да, момент вычисляется по наполнению.
Так, ну здесь, по-моему, здесь у него давление, да, это давление раздувается, значит, 4 5, ну, уже 0. Так, 0 получается у него вообще там. Да, вот, в общем, 200 это получается бар, стоит получается 0. Вот, смотрите, 0 переваливает, ну, сколько тут, 1700, все. Уже там, с 2200 уже все, плюс идет. Смотрите, как она рану, да, дует, в принципе. Не, ну это, конечно, не Гарик 17, да, Гарик 17, там, у него 0 вообще там, на холостом, там, папку нажал, уже 0 у него там. Но все равно, смотрите, да, бар вот с 4, там, 500. У меня вообще вот, как бы, мне кажется, позже было. На 86-й горячке. Ну вот, да, вот прикиньте сами, да, вот классика мотор, да, в принципе, вал, какой там Нива, да. Ну, как бы обычный, короче, как инжекторный, там практически разницы нет. Разница там вообще понты. Да, вот смотрите, все без проблем, и обороты не запредельные, 6500-200 лошадей, то есть по трассе, ну, я не знаю, я для трассы, конечно, лучше бы Карика взял такого, 17 поменьше. Это вот TD04L, ОКБ 680. Сейчас посмотрим. Так, смотрите, здесь вообще 800 килограмм, да, на 5500, вообще космос, да, делим на 3, там получается 200, 240, да, 250, можно сказать. Нет, подождите, вообще больше, 260, да. Простите за мой матан. Ну, посмотрите, как рано, да. Ну, вот она, конечно, такой вот график, да, так сказать, ракетный, да, идем на взлет. Не особо, конечно, наверное. Но хотя, смотрите, в принципе, обороты небольшие, да. То есть, как бы... Ну вот, на самом деле, да, когда вот, как бы, такой график, это для коробки, конечно, печаль, беда. Да, ну чё, ничего не было, да. И потом бадам, блин, дофига, сразу как-то. Но это, опять же, как бы, в принципе, все регулируется. То есть, ставится буст-контроль, да. Ну, можно клапан абсорбера просто взять. И, в принципе, все настроить. Не обязательно там какой-то брендовый клапан брать за 3 рубля. То есть у вас есть абсорбер, все, если инжекторная машина, все, пожалуйста. Там. Гуглите там, как что подключается. То есть как бы на формах. А вот смотрите, тоже интересный график. Классика 1,4 литра, это 17. Смотрите, 500 килограмм на... Ну, сколько? 5,700 пусть будет, да? Ну, даже ближе к 6, 500 килограмм. Да, то есть 170 лошадей. 1,4, да, все за милое дело, пацаны. Так что смотрите, как бы, если вам нужно, да, там вот, ну, больше 120 где-то там лошадей, больше 110, да, ну вот именно на классике, то ставьте смело Гарика. Вообще там люди в восторге, да, даже вот на 1,4. Ну, тут всего 0,9 бара, можно даже побольше думать. Так, ну это, смотрите, кстати, где как турбина стоит, она стоит скрытно, она стоит там внизу, да. То есть, ну там вообще какая-то маленькая улитка, да, типа GT15. Там, ну, здесь, по-моему, стоит какая-то К, там, свага. Небольшая там. Как бы вообще, да, супер. То есть, ни аккумулятор не надо переносить, ничего, ни блок предохранителей, да. То есть, все там внизу. Как бы, ну, конечно, да, это все ставить. В случае ремонта, да, это вы там, я не знаю, будете камасутру какой-то делать. Вот, кстати, байпас, как понял, тут отвод какой-то. Ну, вообще, конечно, вот это на картюнинге, да. Ну, вот это тоже, да, смотрите. Снержи, даунпайп, да. У них, по-моему, ценник там на это все 20 рублей, по-моему, стоит, да. Или что-то в районе того. Ну, вообще, тоже неадекватно, абсолютно, да. Ну, что это? Я не знаю, у меня 20 рублей весь выхлоп вышел на нержи. Не считая там глушителя, да, то есть как бы ценники у ребят, блин, я не знаю, богатых Буратино только стричь. Ну вот, сейчас подвижку закончим, еще поговорим по тормозам, там по всему остальному. Ну, в целом, да, как бы, в целом, в принципе, ничего как бы сложного-то нет. Да, то есть, как бы, основная сложность, как бы, где взять столько денег. Как бы, если есть деньги. Ну, вот здесь, кстати, кит, да, он как-то
не рассчитан, да, на ну, то, что здесь ни кулер вообще ничего, ни форсунок, да, то есть обязательно вам придется форсунки либо пилить свои, да. Но опять же, если вы их распилите, они там будут лить на 550-600, там, да, там, то есть непонятно, их как бы желательно пролить, да, то есть там высчитать статику, там, и как бы уже от этого плясать, но сразу говорю, с пильными форсами, да, дешево, да, сердито, но как бы больше как бы у вас расход будет, потому что они, ну, льют вообще вот как карп, короче, наливает. Я знаю, вот ребята, как бы некоторые катаются у Калюни Моторкрафта, вон в турбокитах только такие были в начале форсы, да. Ну, как бы я вот советовал бы вам взять какие-нибудь саабовские на 360 кубов форсы, там, вот на турбобазаре Слава Флиц в турбофакторе, там у него сайт. У него вот можете взять, он присылает там, простите, там не турбофакторе, а форсунки про, по-моему, там как-то у него такой ник. То есть он присылает бумажку там с параллельно. Но если у вас как бы большой город, то я думаю, вы там можете местных найти с такой как бы машинкой и там взять какие-то форсы вообще дешево на разборке. То есть на турбобазаре все равно как бы что турбины, да, как бы ну как бы оверпрайс идет небольшой. То есть бывает, да, можно купить там у человека с рук, ну как бы естественно практически без гарантии, либо там у кого-то вот у Труена там, да, например. А с Японии там таскают они эти улитки, там, ТДшки, там, Субарика. Ну, в общем, вот, как бы, смотрите сами, как бы, я, в принципе, как бы, кто-то вот пишет, что поставил Китай турбину, да, а сейчас перешел, мол, на, вот, на оригинал бэушный. Типа, Китай долго не отходил. Ну, вот, на мой взгляд, это просто какие-то проблемы у человека были, да. То есть, может, там, давление мало или еще что-то там, да. То есть, как бы, ну, Китай ходит, как при правильной, как бы, эксплуатации, да, там, все отлично вообще. Он не меньше оригинала, и самое главное, там, есть ремкомплекты, да, на том же eBay или Express. Пожалуйста, все это покупается, можно саму поменять, можно кому-то отдать. То есть, как бы, в принципе, не надо там турбину в сервисе ремонтировать, там, за черебал, да. Купайте комплект, ремкомплект, 1,5 рубля там стоит, и все, пожалуйста, вперед. Мануал есть, то есть полным-полно, гуглите на драйве, там, на форумах. Как бы все, тот же вот Боткин, он там в свое время разбирал, там. Можно, если боитесь, можно картридж купить, поменять. Ну, картридж подороже стоит. Ну, кстати, форум по шевинилам, да. Я не знаю, здесь самые, как бы, вот, на мой взгляд, самые, знаете, здесь взрослые люди сидят, им там не до максимализма, да, как молодым, а... И самый адекватный форум, вот серьезный, я вообще не ожидал. Здесь вот ребята, здесь Кармак, там еще какие-то. Они столько сделали, вот вы понимаете, да? Столько всего написали, расписали, да, разжевали, в рот положили. То есть очень вообще супер. То есть, как бы я сейчас открою вам, просто покажу, как бы. Ну, я тоже тут свою небольшую лепту влез, так сказать. Да, вот смотрите, здесь по компрессорам К23. Ну, по компрессорам сразу говорю, то есть это шляпа, не берите, там, мне отец вначале говорил, что, мол, возьми вот ПК-23, там, типа нагнетатель. Короче, если хотите нагнетатель, да, берите какой-нибудь Итан, вот, М45 или СК-14 с Тойота, да. То есть, как бы, это намного, как бы, лучше. Но, опять же, смотрите, такой момент есть, что они все почти убиты. Почти, как бы, вот, ну, процентов там, может быть, 60, да, то есть, как бы, вы можете взять, может, вам повезти хороший, там, какой-то, может, восстановлен, но все равно, знаете, вот, по сравнению с новым, да, там, небо и земля, и опять же, да, они отбирают мощность у двигателя, и, как бы, ну, он, конечно, становится моментом, да, и там, вообще, он пушка, как дизель машины становится, да. Но как бы расход, да, расход с турбиной намного экономичнее, намного. То есть, еще раз говорю, то есть, кто-то хочет, то есть, может быть, там кто-то оффроудом занимается, да, в принципе, СК-14 хорошо, можно даже на карп поставить. Вот я знаю, Рамзес там ставил, как бы на, ну, на Ниву с карбом, то есть, он ставил карп, после карба нагнетатель, и потом там... это. Ну, как бы, с карбом я вам тоже, как бы, особо не рекомендую. Лучше все-таки инжектор, да. То есть, как бы, ну, если нет вообще возможности, да, конечно, в принципе, карб имеет право на жизнь. Но, как бы, горе с настройкой, хапните вообще, там,
но в принципе, как бы он в принципе не настраивается, можно сказать, особо. То есть даже если с ШДК там какие-то, то есть вы папку в пол вы отстроите, да, там холостой, там туда-сюда, но какие-то переходных режимах у вас будет жопа просто твориться со смесью, там со всем остальным. Зимой там это будет свистопляски, да, то есть все-таки на инжекторе там по температуре калибровка, и как бы это все очень сильно помогает. Здесь, в общем, вот можете почитать, да, если Нива у вас классика, если вообще все, вот знаете, такой факт, вот, не знаю, где он, кстати, а вот небольшой файл, наверное, здесь. Вот, все очень подробно, да, вот смотрите, ну, здесь есть, и вот, по-моему, это по SMS-софту, да, там есть по ломаной матрице, тут где-то январь для кофейников, тем, как это называется. Вот какой-то, смотрите, Василий. Вначале TD-04L, вот сейчас TF-35 поставил. Ну, как бы, вот Василий делает все своими руками, особо никого там не слушает. То есть, как бы, кто-то ему тут пишет, что там колхоз там. Ну, Василий не унывает, как бы, и, как видите, там, отписывает. Очень здорово, что он это все пишет. Как бы... Ну, короче, круто вообще-то, просто кладезь какая-то, на мой взгляд. Вот, в общем, FAO, да, здесь вообще все есть. Смотрите, даже вот ремонт турбины есть. Там, вот от Кармака, кстати, смотрите. Январь для... Да, вот. Теория, практика, да. Я просто вот, да, ну, я как бы знал там что-то, но вот когда я это прочитал, прям где-то у него тут было в PDF-формате. В общем, супер вообще, как бы. То есть, ну, вообще, если там по настройке собираю, вот, кстати, мои там какие-то штуки. Читайте форума вот настройщиков, да, то есть на Турбобазаре там тема есть по настройке, на форума вот по инжектору онлайн, да, то есть там ребята охотно отвечают, помогают, да, там, то есть в принципе, ну, я вам рекомендую просто заплатить, да, там эти 5000 или сколько там, 10 может быть сейчас, кому-то, да, на Турбобазаре найти настройщика, то есть у меня ближайший был в Магнитке и в Уфе, в принципе, можно было бы съездить не так далеко. То есть, как бы, ну, там, опять же, учитывайте, что 5000, да, настройка. Если какие-то косяки там будут, да, это еще там сколько-то денег. И дорога туда-сюда, и бензин, конечно, нужен на настройку, да. Вообще, как бы, есть мнение, что по фэншую надо настраивать на стенде, да. Ну, там, с заменой там нагрузки. Но, как бы, в принципе, вот я знаю, что много машин очень на дороге отстраивается. И, в принципе, все хорошо. То есть... откатывается там, может быть, там как-то какие-то там примерно, но главное это, конечно, чтобы вот вам настройщик, он все равно, он вам калибровки по температуре там вот с проблем не будет ни зимой, ни летом, да, то есть как бы опытного настройщика там есть какие-то уже свои там шаблонные прошивки, да, ну как бы вот подготовленные там для, например, он там настраивал калину, у него уже там что-то есть, да. То есть человек ему там может отстукивает там сям, он ему что-то поправляет, и в итоге получается такая финальная прошивка хорошая. То есть там по минимуму уже откатываешь и все, и быстро, в принципе. Так, ну что еще по установке скажу, вот по переносу АКБ, да. То есть как бы, в принципе, я АКБ у меня в салоне был, кто-то там в багажник переносит. Но вся соль в том, что это как бы не особо бюджетно, то есть надо брать толстые провода, там, у меня, по-моему, КГ-35 были провода, или 25. Ну, то есть, как бы, ну, вот у меня-то, как бы, какая философия была. Мне вот все-таки хочется, чтобы аккумулятор либо был под капотом, но у меня вот не было места, например, не хватило мне. Если там еще АКБ поставить, там вообще будет тесно. Ну, философия-то простая, что АКБ должен быть в тепле, да, либо под капотом, либо... как бы в салоне, вот у меня в салоне стоял. Вот смотрите, кстати. Это не помню, чья машина. Вот у него аккумулятор, видите, он отсюда его перенес сюда. Ну, у него, по-моему, там шестерка, но все равно. То есть, как бы вот, в принципе, можно уместить при желании, да. Но опять же, вот вы просто, ну, вы гляньте, да. Тут вообще, конечно, космос. У него бюджет, он там что-то как-то писал, что в районе 400 уже на все это дело ушло. Это, конечно, не про нас, наверное, с вами. Но я не знаю, может, среди вас там будут, конечно, ребята там с бюджетом, там все дела.
как бы, ну вот, я не знаю, да. У него, кстати, радиатор там маленький, да. Не знаю, может, Chevy тут у него. Я не знаю, вот она не пишет, что как бы хватает, там, типа, едешь, там, прохватишь, мол, по трассе, и потом там остудишься, и вроде нормально. Ну, не знаю, честно вот сказать, я просто знаю, вот, что то, как бы, жарят постоянно, у тех почти стоят радиаторы вот эти, СЖС, сайт СЖС, большие такие, Сильви, там, они толстые вообще. То есть, как бы, я вам рекомендую, да, сразу менять на большой, но на черта вам эти проблемы, да, то есть там может и детон быть или еще что-то. То есть, как бы, ну, в принципе, да, можно обойтись, да, вот там, ну, кто-то с дизеля ставит, ну, с дизеля тоже не бюджетно получается, с четверки там он, по-моему, 7 рублей, 6 рублей стоит, но он медный, да, медный, такой черный радиатор хороший. То есть, если вот будете вакуумник еще менять, смотрите, у вас места тут вообще не будет. Да, как бы, у него большой вакуумник стоит. Вот кто-то шубу, термошубу покупает, у меня шуба лично была. То есть, как бы, кто-то вот такие какие-то экраны городит. Вот тоже блок, не знаю, куда он там, в салон его убрал. Тут вот только релюхи, да, стартерные. Ну и, кстати, вот по установке пайпинга, да. То есть, как бы, я вот ставил, кузов не пилил, с расчетом на то, что все-таки продам автомобиль, да, без, чтобы без дыр он там был. То есть я просто их опускал вниз, да, то есть у меня вот так она идет вниз туда. И потом просто из-под капота выходит, там вот фоточка где-то, кстати, мелькала там одна. Как у меня стоял интеркулер. Ну, у меня вообще, я взял самый большой интеркулер, я наткнулся на какую-то статью, что чем больше интеркулер, тем больше, мол, лошадей, да, как бы. Но, как бы, я просто взял большой, и все. То есть, как бы, можно смело было брать поменьше, там, а не по лошадям, да, как бы. Варики, короче, разные есть. Кто-то вот так ставит, там, в открытую. Там, ну, мне тоже, кстати, в открытую стояло. У меня, как бы, вот, конечно, если вы там сами сварщик, да, то есть, это все сильно, как бы, упрощает дело, да. То есть, если у вас есть там сварка, вы сами варите, да, там, то есть, вам, как бы, и по стоимости, да, то есть, как бы, очень сильно можете сэкономить там прилично, да. Ну, кстати, смотрите, тоже интересная компоновка, да, смотрите. А, вот, как бы, вот так можно сюда, если вообще вводник поставить. Я, кстати, у кого-то видел, там такой ресивер, вот, вот так идет, тут дроссель посередине, тут у него вводник стоит, и тоже так улит, как раз, так чук. Туда, короче. Тоже, кстати, прикольная тема. Вот такой ресивер через ГБЦ перегибить. Но опять же, да, вот надо клапана там подкрутить. Блин, скидывать это все дело. Тоже очень, как бы, муторно, да. Ну, как бы, это все просто любить надо, да. Просто, как бы... Я вот, конечно, тоже хотел, да. Ну, у меня просто штатный ресивер был. Как бы я хотел впоследствии заменить. Иначе, как бы... Так, простите... Так, ну сейчас я, короче, прервусь. Потом видос, наверное, склею. За дочкой пора в садик идти. Ой, в школу, в школу. Так. Ну сейчас, в общем, я еще по пути там подумаю, что рассказать. Ну сейчас вот расскажу еще тоже про трекшн там. Про... прочие там нюансы. То есть, ну, в принципе, как бы, ничего вообще сложного нету, да. Как бы, если есть желание, есть как бы деньги, да, можно это все сделать. То есть, как бы, там, ну, вот реально, реально это все как бы очень радостно. Радостная такая тема, да, то есть... Ну, и тем более, если вы, как бы, тоже к этому близки, там, можно вообще сделать, да, вот, нифиг делать, будет у вас там 200 лошадей. Ну, круто, да, пацаны, вообще здорово. В принципе, вполне, то есть, как бы, вот, на Chevy не в форме, да, там, ну, то есть, как бы, есть, там, кстати, есть человек, по-моему, Глю, да, у него вот есть сайт niva777.ru. Вот у них, короче, он это все дело
отладил, да, тут турбокиты там с настройкой, там даже они Bosch, по-моему, настраивают. Вот, смотрите, кстати. Вот, тюнинг-двигатель, увеличение мощности, увеличение работы. Ну, короче, под ключ, да, 1 бар 180 лошадей, 0,5 бар 120 лошадей. Тут можно к ним заехать, они все вам сделают. Он обещал еще кит на, по-моему, там 250 лошадей, СТД-04. Так, кит купить нельзя, видите, что пишет. Сейчас цены у них где-то были, да, блин, ну цены, конечно. Ну а с другой стороны, да, смотрите, это все под ключ же, да. Все получается 180 лошадей, они там, по-моему, ставят. То есть вообще все, короче, ставит он, да. Абсолютно вы машину им отдаете. Он меняет, да, ДТВ вместо ДМРЛ, форсуночки ставит. Так. Масума МП-103. Ну да, самый бюджетный бензонасос. Как бы. Настройка, конечно же, онлайн. Смотрите, расход средний 17 литров. Ну да, у них даже, видите, все, графики есть. Как бы вот может к ним заехать. В принципе, как бы я вот смотрел, что он там пишет. Как бы грамотный человек. Как бы, мне понравилось, да. Вот. Видите, кому мало, да, смотрите, 1.4, 298 бензин же, ну вот на классике, да, как бы это проблема, если уже как бы больше, да, то надо больше еще больше степень сжатия снимать и ставить плиту под ГБЦ, как вот у Ориса. Вот Porsche, смотрите, на ЧПУ они делают, хорошие очень. Гиперкулер. То есть, как бы, вот они, если у вас даже не шнивы с кондеем, да, они все вам поставят вообще без проблем, да. То есть, как бы, я вот, если, конечно, бы у меня была Нива бы и денежка, я бы с удовольствием вообще, с удовольствием, да. Ну, я бы, конечно, бы, вот, не стал бы, вот, 98-й бензин, но вот если газ, кстати, поставить с газом-то, это вообще красота будет. Вот вам так и будет 250-270 лошадей. Так. Турбин ТД-04. Ну да, вот смотрите, видите, 0,4 вообще вон она. До 300. Спокойно. Ну, блин, 350 рублей. Дорого, конечно, дорого. Ну, как бы вот, смотрите, я рекомендую, да, в принципе. То есть они вон и ЕГАЗ могут переделать. Как бы это недорого, да. То есть если вы начнете сами собирать, у вас мало того там уйдет 1060 на запчасть, потом то есть вы же движок надо обязательно перебрать, там еще 1020 только уйдет на расходники, на масла, сколько нервов там нужен, инструмент, то есть, да, это же не просто так, да, там динамический ключ там тоже рублей 5 хороший стоит, то есть как бы вот вам могут в принципе все сделать, но это как бы не реклама, да, опять же, да, это я вам просто рекомендую, то есть не надо там к ним бежать там, да, как бы. Смотрите сами, можете сами собирать, пожалуйста, но учтите, что как бы путь этот как бы очень тернистый, тяжел, как бы я вот говорю. Ну вот, что еще скажу, вот по тормозам, да, как бы ставят некоторые там 12-е машинки. В принципе, да, там есть закон, да, какой-то, что вроде как вот машин, которые снят с производства, можно вроде как их модифицировать. Но вот, как бы, это да, но вот бывает, я не знаю, у нас как бы не было проблем вот с техосмотром, но я знаю, что вот у кого-то есть такие проблемы, например, что вот поставили вентиля там 14-й, не знаю, техосмотр не дают там какие-то. Ну, можно, конечно, это все, я не знаю, я вот вообще никогда на техосмотр не ездил. Я помню, звонил кому-то и там все привозили со страховкой вместе. Как бы, не знаю, не у всех, конечно, так, не у всех. Посмотрите сами по тормозам. Ну, я вот рассказывал про 2107 GT, да, это вот атмосферная, которая там 160 лошадей, там не 150. Или 200 там не даже. Ну, как бы там вот не очень Брембо стоят, четырехпоршневые. Как бы, которая там машина 9000 оборотов крутит, классический мотор. Ну все, короче, сейчас я пока отойду, потом, наверное, все это склею и продолжу. Я надеюсь, как бы интересно там. Ну, я, конечно, знаете, вот хочу тоже сразу сказать, я это как бы чисто вот мое мнение. Я, конечно, там не эксперт по всем вопросам, да, но вот как бы просто одно время прям этим, так сказать, болел и многое, конечно, там прочитал.
Так, ну все, я, в общем, пойду. Я продолжу сейчас, как приду. Все, пока.